Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Поздравления». Поздравительное письмо адресовано Сакине Галяовне Гатауллиной. Она сегодня отмечает свой 80-летний юбилей. Уважаемую нашу дорогую подругу поздравляем с 80-летним юбилеем. В этот день мы хотим выразить тебе любовь, уважение и признательность за все. Прими от нас самые искренние пожелания здоровья, долголетия и счастливой старости. Все в этот праздник дарит радость, слова, что с нежностью звучат, и комплиментов, элегантность, цветов, чудесный аромат. Пусть окрыляет вдохновение, легко исполнятся мечты. Полны пусть будут все мгновения восторга, счастья, красоты. С наилучшими пожеланиями подруги детства Аниса, Назия, Лавия и Расима. Уважаемые телезрители, а у меня на этом все, а я с вами прощаюсь. До свидания.